Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую, выманившую у орловчанки крупную сумму денег. Неизвестная женщина подошла к гражданке 1947 года рождения. Злоумышленница сразу же заявила пенсионерке, что на ней порча, и предложила свои услуги по освобождению от нее. Обескураженная женщина согласилась. Злоумышленница сказала, что для проведения ритуала нужны все деньги, что имеются у орловчанки. Вместе женщины отправились домой к пенсионерке. Во время ритуала сбережения гражданки завернули в сверток. По завершении процедуры новая знакомая отдала его владелице. Однако после ухода лжецелительницы гражданка обнаружила в нем нарезанную газету. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники органов внутренних дел напоминают: предупреждайте своих пожилых родственников о различных способах мошенничества, снабдите их номерами участкового уполномоченного полиции, чтобы в случае возникновения малейших подозрений они могли обратиться к нему за помощью. Если ваших знакомых или вас самих пытаются обмануть злоумышленники, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по круглосуточным телефонам дежурной части УМВД 02 с мобильного 102. Также сотрудники полиции напоминают, что за информацию, способствующую раскрытию преступления и поимке злоумышленников, предусмотрено вознаграждение.